Всем привет. Автосалон Митсу. Давайте так говорить. Потому что кому-то Ши не нравится, кому-то Си не нравится. Салон Митсу. Удивительно, машины в салоне появились. Давайте смотреть, что из присутствующих машин себя представляет. Итак, смотрите, Outlander. Такой радикально черный цвет. Много хрома. Стилизованный свет. Здесь снизу, как видите, заглушки. Давайте смотреть. Outlander, Митсу, Outlander 2.0 Mivec Invite, передний привод и вариатор. Бензиновый мотор, можно лить 92, объем 2 литра, привод передний, дорожный просвет 215 мм и допы, да, смотрите, сигналка, сетка радиатора, антикор, защита картера, 2-миллиметровая сталь, оригинал, ковры салона. Оригинал, подкрылки, передние, задние. 2 миллиона 150 тысяч стоит вот эта машина. Штампы и колпаки, да? Необычно, как Outlander, штампы и колпаки. Зато здесь повторители. Ну вот смотрите, 2 миллиона 150 тысяч, да? Мягкий верх, большой такой экран, вариатор, передний привод. Салон. Ну, тряпка не будем говорить, как-то надо более культурно, да? Салон ткань, имеется подлокотник, сзади, смотрите, три подголовника и имеется сзади подлокотник. Плафончик тоже присутствует, ну, вот так. Пишут очень часто, да вот нафиг, типа, этот вариатор, все такое. Ну, понимаете как? Наверное, если люди покупают такие машины, то они к этому уже готовы, да? То есть, либо у них уже был какой-то опыт, либо просто они, как говорится, пришли, вот так рукой махнул. Да мать вот так, что будет, то и будет. Как считаете? Тоже, знаете, заглушки, уже цвет несколько другой. В том плане, народ-то все равно читает какие-то форумы, да? Там тематические, все равно они, ну, люди знают, что происходит Outlander. 2.0 Mivec Invite, полный привод, вариатор. 2 миллиона 260 тысяч рублей стоит вот эта машина с полным приводом. То есть, еще раз, здесь стоит вариатор, и человек, у которого вот такую машину покупает, наверное, он уже готов к этому, да? Потому что машина с вариатором. Никто же его правильно насильно не заставляет. Это все равно как эти Volkswagen модели. Стоит робот, это DSG. То есть народ покупает, то есть народ готов к этому. Полный привод. Вот так все здесь расположено. Ну, поэтому получается, что люди сознательно такие машины покупают, но, наверное, нравится и так далее. Смотрим. Eclipse Cross уже обновленный. Соответственно, стал он выглядеть, конечно, поинтересней, ну и, соответственно, уже и цена стала интересна. Смотрим. Eclipse Cross, Митсу новый Eclipse 2.0 Mivec Intense, передний привод, вариатор, бензиновый движок, можно лить бензин 92, 150 лошадок, крутящий момент 197 ньютон-метров, привод передний, дорожный просвет 199 миллиметров. Ну и допы, антикор, ковры в салон, мультимедийная система. 2 миллиона 513 тысяч стоит эта машина. Доплата за свет уже включена. Новый Eclipse, источник ярких впечатлений. Ну давайте посмотрим, чем же он должен нас впечатлить. Машина, повторюсь, обновилась, но и она и подорожала, причем прилично. Вот так вот все расположено. Нейтронный ручник, автохол, понятно. Такой простецкий рычаг. Климат стоит, подушка пассажира, подушка водителя. Ну и вот как-то опять же, да, вот он и не утоплен в это, в панель. И вот как-то так сделали, вот не пойми чего. Ну как-то мне не очень нравится. Руль тонковатый, ну и опять же круглый. Да. Что тут смотрим? Подсветка, шторка имеется здесь, микролифт, тут
то же самое. Ну и тут вот такой вот свет. Микрофон. Что здесь? Ну вот, смотрите, да? Мы сменемся с Лады, а тут видите, как машина стоит 2,5 миллиона. И тут вот такие вот разъемы, видите, как вот так вот все. Как он такое дело? Еще и не закрывается нифига. Ладно, не будет шнур передавливать. Тут мягкий коврик. Два подстаканника. Ну и что здесь? Подлокотник кожаный. Такой вот достаточно глубокий. Ну вот смотрите, да, вот, вот такие сиденья. Тут ничего такого прям вот суперского я не вижу. Ремни по высоте регулируются. Ну и давайте посмотрим теперь задок. Переделали задок. То есть как бы раньше он как-то был такой неказистый. Видите, да, теперь как все четко стало. Смотрится машинка, конечно, поинтересней. Сзади теперь такой еще цвет козырный, да? Видите, как теперь здесь все стало. Ну, поинтереснее, по-любому. Двухцветные диски. Вот еще, видите, этой коробки. Только-только они сделали ремонт, видите. Опять же, полностью здесь все забабахали. Сейчас еще вот эти все будут менять там. Кресла, столы, все это опять же все. Машин не хватает, да? Откуда деньги на ремонт, непонятно. Пластиковый обвес по кругу и смотрим. Да, вот так вот здесь дверь закрывает порог. И тут, видите, как просто пластик. Ну, по крайней мере, все равно дверь порог закрыла. Мягкий вот этот уплотнитель, он вот здесь. Mitsubishi Motors Corporation. Такие вот цифры. Ну что, идемте еще посмотрим, здесь мягкий все делано. Вон стоит у нас ASX. ASX тоже получается, что его вот внешне так, ну, сделали поинтереснее там тоже, да, вот такие вот иксы, все такое, вот эти вот кубики всякие такие, тоже смотрится красиво. Ну и тоже, смотрите, штампы и колпаки, и резина Yokohama, как-то непривычно, да? Вот. А внутри, получается, особо-то и не заморачивались. То есть внешне его более-менее облагородили, а внутри уже, видимо, либо средств не хватило, либо сил. Ну, такая вот машинка. Движки тоже не менялись, ничего не менялось. Только вот снаружи немного изменились. Здесь, смотрите, цельношлакованные двери. Имеется уплотнитель, мягкий веер, динамик, еще динамик, да. Здесь все электростеклоподъемники, водитель авто, блокировка стекол дверей, мягкий подлокотник, но тканевый, ручка, она же ниша, прям конкретно, да, под бутылочку сделано, место так оформлено. Ну и вот такие вот, видите, у нас накладки Mitsubishi. Ну тут прям вообще пипец, крутейшее. Опа, смотрим, вот так все здесь расположено. Пробег 1 километр, руль круглый, тоже вот это вот неинтересная ставка абсолютно, вот мне не нравится такой, он какой-то древний, кажется, руль тонкий, и в общем-то кнопок всего-то ничего. Тут, смотрите, заглушка, заглушка, заглушка. Информация. Воздуховоды. Ну, в общем-то, все прекрасно видите. Ничего особенного здесь нету. Сейчас, наверное, как цену мы увидим, вообще офигеем. Такие вот большие колеса. Различные зоны обдува. Скорость работы вентилятора, и тут еще и кнопочка
кондиционер, воздух горячий, холодный, и смотрите, 5 передач, вот всего 5 передач, и не парится вообще никто, там, а, чтоб 6 было, что-то еще, не, нифига, давайте посмотрим, так, ничего не написано, какие-то сокращения и все, ну нет и нет, ладно, может сбоку где-то, Что здесь предлагается? Микролифт такой, прям козырный. Слышите, да? Ничем не отделан. Ну и тут что? Вот тут прям вот получше эти боковые упоры. И вот липси они прям не очень. Ремни по сути регулируются, имеется микролифт. И здесь что? Зеркало со шторкой. Отлично, тут вот такая подсветка простецкая, ну и все, и такая огромная крышечка у ГЛОНАССа, вот так, и тут заглушка, все. Ну и здесь что мы имеем? Достаточно, да, глубокий такой бардачок, и тут еще полочка. Сзади предлагается 3 подголовника, ну собственно и все. И все. Подсветка. Ну что, вот так вот все здесь неказисто. Как-то вот не знаю даже, что сказать. Я не в восторге от этой машины, честно. А вы? Внешне, да, как-то она вот, ну, более-менее смотрится интересно. Но вот внутри, конечно, ну не тихий ужас, но как-то вот SX 1.6 Mivec Invite, передний привод, механика, бензин 95, понятно, да? Дорожный просвет 195 миллиметров, и тоже допы стоят, сигналка с автозапуском, ковровой салон полиуретан, Эва с логотипом Mitsubishi, антикоррозийная обработка днища, защиты картера и трансмиссии, накладки на пороги. Цена представленного автомобиля 1 854 000 рублей, и трейдин 50 тысяч выгода. Ну вот так. Как вам такая машина? Практически 1 900 000, механика, и движок у него 1.6. Вот такие вот модельки стоят в салоне. Пишите, что думаете. Подписывайтесь. Всем пока, счастливо.